Всем привет, господа! С вами пацанчик на батон Русидрон Дрончик. И сегодня хотел бы провести небольшую аналитику на такую шоколадку, как Казахстан Шоколады Шоколад Чоклейт. Продукт вы можете лицезреть своими глазами прямо в нашей студии здесь сегодня. И этот шоколад мне подарили, поэтому я хуй его знает, сколько он стоит. Но, по словам человека, в районе 100 рублей. И сегодня у нас будет полнейший разборчик данной конфеты. Ну что ж, приступаем! Итак, дизайн шоколада. В целом мне нравится то, что здесь птица и небесное светило, рука дизайнера изобразила, блять, это нахуй. Ну, это просто оценочку заслуживает некоторые, но все же я бы, наверное, высший балл 5 из 5, наверное, меня для этого не найти, потому что здесь казахский флаг, а не российский. Уже поэтому, ребят, минус балл на четверку, потому что, блять, это fail state ебаная, это нахуй нелегитимное государство. Поэтому, блядь, такие флаги высшего балла не будет на канале Дрон Мача. А уж извините, ребята. Ну что ж, а так четверка заслужена, блядь, натружена, нахуй. Давайте это распаковывать шоколад. Специально подготовился чай. Как вы увидите, в Питере пить. Ну, мы сейчас в Самаре находимся, но можно тоже чайку выпить. Распаковочка. Странное слово еще везде, тахат какой-то ебаный, видите, изображен тахат какой-то, я ебал, блядь, это гору Арарат, нахуй, ебаный просто. Уже радует, что у нас здесь присутствует оберточка-то, блядь, не из пластика, не из полиэтилена, а из фольги, что сейчас нема часто в современных шоколадах. Здесь у нас плюс идет, так что, ребят, это балл дополнительный, значительный, нахуй, давайте распакуем. Уже обломано, ебаный обломок извлечем. Простите за мой французский, нахуй. Видим, шоколадка. Шоколадка у нас темная, черного цвета. Ну, в этом никакой проблемы нету, я считаю. Давайте отведаем. Странно, что здесь у нас какой-то тахат ебаный снова указан на плите шоколадной, а не шоколад Казахстана. Ну, давайте. Уже я что-то уже достал, наверное, доебываться. Пора уже расхлебываться. Давайте отведаем продукцию. Очень близко по вкусу к шоколаду российский темный. 90%, блядь, не 90, нахуй 70%, но разве что этот чуть поменьше процентов. Давай, сколько узнаем, сколько тут какао нам навальнули, нахуй нам. 45% действительно, поменьше процента немного. Но в целом цента ебаная, неплохая. Но если мы будем учитывать тот факт, что вот этот факт ебаный шоколадный стоит 100 рублей, ну, я задумался лишний раз, честно говоря, над покупкой продукта. С другой стороны, это нахуй не РФ, граммовочки у нас не порезаны, до сих пор плиточка 100 грамм ебаная. Шоколад Россия, он уже нахуй не 100 грамм, там уже 70 или 80 кладут. Чисто, блядь, отбирают пролетарский народ, простой русский. Казахи, блядь, только нахуй не объёбывают нас только. Да не, блядь, братья, но, блядь, ебать. Того мой вердикт. Наверное, я бы въебал шоколадке оценочку 4 с плюсом.
То есть вроде все нормально, но до пятерочки не дотягивает цена. Во-первых, во-вторых, блядь, казахский флаг. Короче, есть косяки, но в целом кушать можно и даже иногда нужно. С вами был пацанчик нам Батун Расидор Андрончик, мазфак бич. Подпишитесь на канал Дронмача, поставьте палец вверх, и все у вас будет, блядь, сверх, нахуй, круто. До свидания. Все, прощаюсь с вами, как будто бы.